Девятый, кажется, стрим, да, у нас начался. Ютубу говорим, здравствуй, Ютуб. Мы находимся в лагере, где 400 бачей уже лежит. Я не знаю, на что их тратить. Я не знаю, на что тратить мои 1700. Спасибо, да. Все остальные деньги я потратила на модернизацию оружия. Вот эту самую патронаж себе улучшенный еще приобрела до кучи. И что я могу сказать? Я купила два пестика. Вот у нас были револьверы, да, а есть пестики там еще, так, на секундочку. Тоже вставляются в те же кобурушки. Так вот, они мощнее, чем револьверы. И посмотрите. Нет, не посмотрите. Сейчас надо отойти отсюда. Чтобы... Я просто... Там же два можно одинаковых купить, понимаешь? Но я не могла не воспользоваться этим. Меня бесило, что у меня два разных револьвера каких-то лежат. И они стреляют, но не сказать, чтоб сильно. И я психанула, я купила два одинаковых пестика. И сейчас, короче, сейчас я вам покажу. Оружие можно достать? Можно. Смотрите. Смотрите. Сейчас. Опа! Ибо-яй-вари! Смотри, смотри. Ага. Два. Черный и белый, короче. Смотри, они реверснуты. Видишь, справа ствол, и рамка черненький и беленький. Там вот этот вот рукоять. Вот, а здесь наоборот, слева. Беленький ствол и черненький вот эти. Смотри. А, круто же! Смотри, как классно. Вообще. Вообще замечательно. Их можно же посмотреть, да, как там? Вот уход за оружием. Сейчас мы посмотрим вблизи. Короче, один вот такой вот. Вот такой вот. Вот он. Клёвый, с этим самым резным узором. Как она там, гравировка это. И вот этот вот. Точно такой же, в принципе, только чёренький. Тоже с гравировочкой. Точно, по-моему, такой же. По-моему, прекрасно. Господи, мне очень нравится. Я очень довольна. Они еще такие прям замечательные. Для них можно даже рукоять выбрать. Вот это алмазная, по-моему, или жемчужная какая-то. Она там, не знаю. По-моему, прекрасно. Вон, видишь? Оп-оп-оп-оп-оп. Короче, зашибисечка. Я еще все остальные пушки свои подретушировала. Ну, чтобы они красивыми были, поэтому как бы, да. Единственное, что редкий дробовик, который ты у отшельника получаешь, его, к сожалению, замодернизировать нельзя. Ссылочка к DMC, ну как бы да, и, по-моему, по названиям еще можно было понять, не? Ибо не Айвори, как бы. Не. Так, нас ждет немножечко сюжет. Поэтому мы идем к дачу. О, бабушка сейчас меня опять вставит, да? Can I ask you a favor if it's convenient, I mean? Sure. If you're out on your adventures and you see any herbs for seasoning, would you mind grabbing them for me? Seasoning? Yes. Don't tell Mr. Pearson. Okay. I'll see what I can do. Типа ты такое говно готовишь, жрать невозможно. Приправу принеси мне. А у меня нет их как-то по умолчанию, или их нужно прям пакетик приправ? Журнал обновлен. Во, да, у меня же трав, я уже столько понабирала всякого. Стой, женщина, у меня, оказывается, все есть для тебя. Стой, остановись. Мята. Ох, как подскочило это все сразу. Замечательно. Ну что, братва? You did good, Valentine. Told you it'd be a good score. Yep, you were right. Charles. Hello, Arthur. Блин, Чарльзу длинные волосы, честно говоря, не идут. Либо уж сделали его индейцы бы каким-нибудь, что-нибудь такое, либо волосы ему укоротили, что ли. Как-то оно не смотрится, вот, серьезно. Да мне только так кажется. Что ты там домогаешься? Тарелка летающая, что ли? Слышь? Сейчас вот эту тарелку возьму и тебе, знаешь? По-моему, ты перепил немного.
Ну а что, стоит на столе большая очень тарелка, какие претензии? Ничего не знаем. Это можно, слушай, фокусы показывать. Знаешь, типа под тарелкой ничего нет, веревочек никаких этих самых. Ну что, понеслась. Хома! Для улучшения настроения Хома отправляет нам 200 мяток. Пучков мяты 200. Хома, спасибо. Спасибо, Хома. Ты следом за аметистом, видимо, в окно впрыгиваешь на наш стрим. Спасибо тебе. What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy... Тебе что-то нравилось, алло? I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Okay. Ну что, пойдем? Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Мне сейчас, знаете, что кажется, что белый тролль нашел себе достойного собеседника. Окей, моя girl. Просто это можно шипить прямо уже сейчас. Чарльз. Давай. Поехали. Where are we going? Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us, hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. Hmm. So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's a strange one. Fear not. He's just a cockroach in fancy britches. But he gets into nooks and crannies the rest of us can't. We just need to find him before he scurries off again. Чат упоролся, что-то мы только начали, а уже что-то пошло не так. Ой, простите, извините. Я могу... Так, ну с чем разумеется? Я не помню раньше этих домишек здесь. А хотя нет, я просто к ним не подъезжала. Зачем? Reckon it's that one with the fire outside. Let's take a look. Хоп, ну если спам смайликов в тему, и все этим занимаются, вот как сейчас, то нет. By the looks of things, it wasn't a social call. Ну вообще нет. Так, а у них тут что-то не то у них тут происходит. Да куда ты? Господи. Управление. Shit. This don't look so good. What?
Зацепка. Это не зацепка, это еда. He clearly ain't here, so where is he? Let's take a look around. Да господи. Да господи. Bed's not made, so he must have been here recently. This food's barely touched. Looks like he left in a hurry. Так, сертификат горнодобывающей компании Тацита Килгера. Да, подожди ты. Настоящим удостоверяю, что такой-то является владельцем такой-то акции вышеупомянутой компании при соблюдении условий меморандума и устава компании в том, что за каждую акцию уплачена сумма в $1. Секретарь такой-то должен был быть. Где-то есть. Ты же у нас вроде крутой мегаохотник. Почему зацепки нахожу я? Почему? Вот я стою прямо около кровавой тряпки. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. But no body? Not yet. Да вон морды я ванну долбанули, потащили наружу, не? There's some blood here. That ain't good. Еще что-нибудь сделали. Так, подожди, я хочу. What are you doing? Let's go. Да иду я, иду, господи. Okay, girl. They went down the path here. How's your track these days? All right. I guess. Well, lead the way then. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in. No? Scams himself into the best hotel in town. Клоун Чарльз так не забыл, как по следам ходить. When me and Javier went down with Trelawney to get Sean, даже он нас учил в начале игры. I swear, he talked the whole and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want. Парни прям интеллектуалы, тут кровь, дело дрянь, ага. Возможно, у нас убийство, возможен криминал, да? Yeah. I still ain't sure about that. Hey, look, they continue on the other side of the tracks. Не, я не вижу смысла. Прям по умолчанию банить за спам смайликами или за капслог. Люди как бы хотят выразить. Одно, другое дело, когда прям реально слишком много, и там можно сказать, так, чуваки, все хорош. А вот по умолчанию прям за это банить, ну это, мне кажется, упорото слишком. Hey, look. Let's go see what those fellas have to say. What are you getting off for? Опа-па-па, даже. Hey! Сейчас, прости, извини. Сейчас, у меня, я... Черт, мне не дают развернуться. Ладно, хрен с ним. Хотел оружие взять, так. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Yeah. All right, you two. Where the hell is he? You both better get out of here. Come here. You stay there. Артур пытается допросить, у него не очень получается. I don't know anything. Tell me where he is. You go to hell. You better tell me now, you son of a bitch. Okay, for Christ's sake. I took him to a cabin.
over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. That'll do it. All right. That should do it. Сколько с него подняла? Коняшки. 20-18 долларов? Серьезно? Коняшка. Ну, не знаю прям даже. Черт. Коняшки пропадают. Евреи во мне негодуют. Come on, let's go. Смотри, моя конина. И вот эта конина. I think there's a way around, so we don't have to go through the Braithwaite's place. Yes. I've spent enough time there. After you, then. You okay? I'm good. What do you think they want with Trelawney? Could be any one of 100 things. Так не, я наоборот порадовалась, то, что 18-20 долларов. Я удивилась, во-первых, и порадовалась, потому что это немало. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. Скорее, цыган в тебе не готовит. Ну или он. Одно из двух. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. Опять эти места. Опять церковь, что ли? Подожди. Ну да. Но мы, правда, мимо проезжаем, но не важно. Вечная церковь. Блин, вот, слушайте. Кто-нибудь, кстати, кто играет, находил вот эти еще особенные вот эти дома? Вот, как одна та хижина, та самая, да? Потому что их тут 5 этих домов, я в статистику не заползала. Я что-то не обратила внимания, и находили мы еще дома, и надо там что-то сделать или нет. Я находила еще школу, кстати говоря, заброшенную, очень похожую на тот домик, сами знаете чем. С ложкой. Раз уж мы уже нашли. И там кокаиновая жвачка лежала на столе, и тоже какая-то записка подозрительная была, но я так и не поняла, что-то там надо сделать, не надо. Я подождала там ночь, что-то вроде там ничего нет. Может быть, надо было подождать утро, это все-таки школа. Вот сейчас я об этом подумала, очень запоздала. Короче, я не знаю. По идее, этих домов должно быть много. Надо потом будет что-то закончим задание, заглянуть в статистику и посмотреть, что там вообще. That must be it. Let's get you out of here. Come on, boy. The thing is, after that sack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Is that the lot of them? I think so. So you're alive. Allegedly. Well, don't worry, they won't be for much longer. Look, go get them, Arthur. I can handle this. Пешком побегу, что ли? Да, походу дела лошадь не вызывается. А мне в них стрелять надо? Это есть твой мой. Где вы?
Чё ты там присел-то? Колено тебе, блин. О, нифига, с одного раза убивает, серьезно? Пушечка-то ничего, наша новая. Так. Ибо не Айвори. Вперед. Я слышу, что где-то тут они будут. Вот мне тоже оказалось с этой стороны. Олег, где ты есть? Да не сдриснуть уже могли, как мы тогда полями и огородами шли. Вот, кстати, к вопросу, как это они нас так не видели, да? Наши враги, когда мы здесь вошкались. Вот, мы сами найти не можем. А мы еще и ночью ползали тут. Где птицы летят, там и они. Господи, я его даже так в упор не вижу, господи. We got one more, Charles. Over there, where the birds are. А где они были? Ага, вот там. Где-то есть. Покажись. Кукурузня. Сейчас все потопчем. Что, он сдох от страха, что ли? Сумочка какая-то. Так. Воу! Помогите! Помогите! He's mine! Let me take him and get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Как мы вовремя на первое лицо переключились. Прям вообще хорошо, да? Пошло. You should have taken the money. I know. I'm a fool. Thank you. Подожди. Не понял. Почему одно ружье? А где второе? Где моя вторая пушечка? Это ковбойская. А где мои? А где черенький мой? Не понял. А где мой? А почему? Подожди. Не поняла? Он не лежит, ничего. Ну ладно, хрен с ним. Звук от этого пестика, конечно, просто огонь. Там дух. Смогу ли я... Да? Да я... Блин, я пытаюсь залезть. Хороший ли ты день? Это и есть, это твоя мать. Ничего не вижу. Где ты там? Редкая винтовка. С откидным затвором. You all right? Yeah. Never goes easy, does it? Sure don't. Come on. Let's go see how badly they beat up the slippery feller. I wonder how much trouble he's brought with him. Guess we'll soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. So I heard. Sure. What's government agents and bounty hunters to us? I hope you're right. Так, ну ладно, у нас теперь есть редкая винтовочка. У меня, кстати, был такой божок. Я перекрасила свою винтовку с откидным затвором.
Но почему-то, когда я ее доставала, чтобы посмотреть вообще покраску, да, ее внешний вид, она только частично была перекрашена, то есть дерево было какое-то вообще не то, которое я поставила, но потом вроде реабилитировалось. А редкие шмотки, их вот перекрашивать, к сожалению, нельзя. Вот, вот такая вот, такое же дерево было почти, только видите, редкие, они вот с таким вот выжженным узором на дереве, что редкий дробовик, что вот эта вот пушечка. Ну, прикольно, кстати, выглядит, ничего так. Come on. Let's not drag this out any longer. Да идем. Так, пока мы тут перестреливались, я все пропустила. Кто пришел, ребят, всем привет. С кем не поздоровалась, Лени. Мистер Трелони, где ты? Would you please? Вот он. Нет, это не он. Ну да, вот он, волканик, да? 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 Slow it down. Ну, простите. Over here, dear boy. You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunter. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per no. se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon. Looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. No. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp, I'll catch up with you. Okay. Новый член банды. Я еще думал, он сразу к нам как-то примкнет более-менее. Но не. С задержечкой. There always seems to be more. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but well, even that ain't the way I remember it. Борода отросла, когда успел-то, господи, сколько времени-то прошло. Так, что ты там накалякал? Помог мистеру Мейсону сделать очередной снимок, на этот раз диких лошадей, так, ну это было... А это все последнее? А куда ты что записал-то? Кража лошадей была. Вечно пишет то, что пополнил дневник. Куда она там заполнила мне? Непонятно. Вот, это финаль. Я не понял, что, куда он там зарисал. Пора стричь борду. Она что-то вообще заотросла за эту заставку. Погодка что-то не очень. Коняшка моя! Я что-то хотела посмотреть. Да, статистику я хотела посмотреть. Прогресс где-то тут. Полное завершение, по-моему, это здесь где-то было, да. Это надо будет сделать. Засада случайной встречи полностью уже сделана. А, да? Ну, ладно, допустим. Хотя, ну, нет, подожди, не может же такого... Ну, хотя галочки стоят. Непонятно, ну ладно. Вот это еще что-то. Наскальное изображение вообще ни одного не нашли. Охотник за сокровищами. Кстати, нужно найти еще сокровища. Ловец снов, но это тоже задолбаешься. Рыбы, банды 4 из 6. Лошади. Еще два оружия, я так понимаю, нужно найти где-то, да? Максимальный уровень здоровья, выносливость, метку. Еще, кстати, нет. Доверие лошади есть. Испытания пока что ни одного. Хижины, легендарные животные. А, подожди. А, да, я, получается, все вот эти пять особенных хижин я уже нашла.
Каждая из них хранит особый секрет. Найдите 5 хижин. Первая была с иной ложкой. А какие остальные? Потому что вот... Ну, как бы, может быть, мы найти-то нашли, но особенного чего-то не увидели там. Может быть, конечно, еще с метеоритом тоже входит в это число. Надо потом будет погуглить, чтобы понять, что из этого всего было особенным. Вот опять же странно. А, здесь 5 только легендарных. Я думала, все. Ванна, шоу. Вот, блин, я пыталась посмотреть, понимаешь? Но мне не дали. Рецепт ограбления 2 из 4. Вот надо еще в Валентайне тиснуть все это самое. Хотя там, по-моему, пропали эти возможности уже. Надо было раньше это делать. Еще в каком-то городке, я не помню, где именно, под каким-то то ли магазином, то ли под оружейной лавкой кто-то сидел в решетках, и я вот не помню, ну, за решеткой в подвале. Я не знаю, кто это, как бы в окошечко он там ручки свои сувал, даже помогите мне, пожалуйста. Я вот не знаю, это я не помню, наверное, где это было. Слушай, это тут вечно тут, по-моему, боролся с оружием. А, прям тут, да? Сейчас проверим тогда. Hey, it's good to see you again, friend. How you keeping? I'm miserable. Because of the leg? Oh, no, I'm used to the leg. I mean, I've been without it a whole lot longer than I was with it. Nah, it's the people. Yeah, a bunch of nasty, miserable peasants I gotta share this place with. Why don't you leave? Leave? Well, I live here. They're my nasty, miserable people. I've been hating on them for so long, if I forgot to hate them, I wouldn't know what day it was. Yeah, but you... Man, you ought to get out of here and you ought to stop coming back. Family feud turns bloody in Scarlet Meadows. Интересный совет, конечно. Мне тут не нравится, но я отсюда не уеду, потому что здесь мой дом. А вот тебе лучше свалить. Интересно. А, да, реально тут. Вот он. You're still down there? Yes, I'm still down here because nobody will help me. Will you do something, please? Что, например? А, вот. Что-то подозрительное. Ну, ограбить это место лучше, наверное, когда мы отсюда уедем, не? Потому что часто нам нельзя не стрелять, ничего, и делать дела нельзя. Back again? Happy to have you. Так, я вижу как минимум еще одну дверь, но... подожди. Morning, dear. Morning. Got your hands full there. Rather break my back than go hungry. Well, you seem to know what you're doing. Bye. Надо ночью, может быть, это сделать. Днем-то как-то странно, да? Давайте сохранимся на всякий случай. Здесь, конечно, такие сохранения. Хрен пойми, засчитается оно или нет. Не-не, подожди, давай на новую. По идее, дверь-то закрыта должна быть. Сейчас он же долбился в нее. Значит, и для нас она будет закрыта. Логично. Так, а как я еще тогда могу? Напильничком под это самое. Ночью он все еще стоит, как ни странно. С крыши, ну, вряд ли, я очень удивлюсь. В окно я залезть вроде как тоже не могу, не маленький, со стеклами. Как бы логично, черт возьми. Выбить дверь мне не дают, но это будет громко, опять же. Так. Отличие этого самого тоже как-то не получается, я так понимаю, да?
То есть если я просто пройду... Back, huh? Да, есть такое. Hey, that area's for me only. Я понял. I'm sorry, partner. Так. Он что-то хотел осмотреть. А, вот, подожди, вот. А, смотреть okay. патроны, в смысле. Не, мне кажется, здесь, если что-то делать, то... Потом, когда мы уедем отсюда, нам же сейчас нельзя дебоширить особо. Потому что вот эта вот дверка, она явно ведет в подвал. Слушай, ну этот работник, он ушел. Я с ним ничего не могла поделать. Я его несколько раз спросила о всяком. Как бы и все. Он ушел. Может, как-то вот... Мне кажется, надо подождать пока что, что я... Либо ночь подождать, может быть, что-то случится ночью. Пойдемте, может быть... Если меня пустят сюда. Вообще, вряд ли. Стекла не просвечивают. Хотя странно, хотел написано. Пойдемте тогда. Вот, в салюн. Дождемся вечера, просто ради любопытства. Посмотрим, что как. И так уже, конечно. Нет, утро, кстати. До вечера храпака дадим. Просто, может, какой-то скрипт запустится, что-то будет. Light up a spell, partner. What? You here to try this town's wine or women? Or just whatever's cheapest. What is it with the men around here? I'd head out full chisel. Главное, не убить его, случайно. You're a dead man. Ножом охренел, нечестно. What should we play at your funeral? Ублюдок. О, пошло прям хорошо. Пощечина от души. Почему-то, когда на меня нападают, никто не шатается из этих сраных федералов. Но как только я кого-то задену лошадью, все, блин, враг народа. А, на рука моя рабочая, моя любимая рука! Надо помыться. Залезать раны. Пипец. Просто такого и выпить не грех. О, кстати. Давайте покушаем. Мы так редко кушаем, на самом деле, по-культурному. Colorful elements, if you don't mind me saying. I wonder if perhaps you might have heard anything unsavory about this here establishment of recent. Anything related to violence? What are you talking about, fella? Oh, never mind. Just curious. Someone told me about a rumor of raiders fighting. Well, it ain't true anyway. You never mind me. Это он про наши... What can I get for you? Приключения рассказывать тебе. Не-не, это все неправда. Виски. Это проблема. So, you a Gray or Braithwaite, mister? Don't matter much to me anyways. Both as bad as each other. Господи, почему все такие? This town, hell, this whole county with her damn feud. Some gold they thought the other one stole off of them 100 years ago. Stupid. Worse than children, if you ask me. Anyway, no teaching an old dog new tricks, I guess.
Угу. Держи в курсе. Можем покушать. Жареный сом. Сесть. Это точно сом? Не похож. Вот именно в таком виде я кушала, сидела, да? Я понял. Пойдем. Можно, можно ванну, пожалуйста. И кровать тоже не повредит. Пойдем зализывать раны. У меня шапка кровоточит просто. Кровоточит как там. Hey, mister. Oh, you got good and bloody, didn't you? I don't want to talk out of turn, but that butcher sold me a cut of meat with a worm in it. Так, ой, хорошо. Ой, замечательно. Надо побрить его. Вот опять он оброс у меня. Крыл спел. You need some help in here? No. Maybe another time. All right, go ahead. Я в своем лагере больше сисек вижу, чем при этом экстра приеме ванны. Ни одна Карен ходит с таким декольте, что меня всю следующую жизнь хватит. Сейчас мы его помоем. О, выносливость увеличилась. Быстренько привели себя в порядок. И идем храпака давать до вечера. Блэкджек никто не играет. Безобразие. Хотя не, вечер, это, наверное, слишком рано будет. Он же по вечерам работает, надо было прям на ночь. Ну, сейчас посмотрим. Вообще, роуд какой-то слишком маленький. Ни конюшни, собственно. Не, что это за вечер такой? Не, давай до ночи, короче. Может быть, мы сможем ночью как-то вырвать эти прутья? Мы уже это делали однажды. Блин, игра, конечно, очень много секреток вот таких таит. Интересно, сколько вообще здесь есть, сколько мы пропустили таких вот маленьких ивентов. Так, все, пойдем. На дело ночью нужно идти. Я думаю, в более темных одеждах, чтоб никто меня не заметил. Не будем отсвечивать белыми рукавами. Thanks for your assistance. Вместе? Madam. Вместе? Hey, fellas. Hello. Having a slow night. Неудивительно, с таким-то дружелюбным лицом. Так. Ни хрена не вижу, простите, дойдите. Так, идем смотреть, что там есть. Надо еще раз сохраниться, кстати. Мне почему-то кажется, что там ничего не будет. Но, с другой стороны, магазин тоже как бы закрыт. Может быть, он действительно пойдет из него там какие-нибудь, может, сведения вытряхивать. Из этого пленника. Зачем он его там держит-то иначе, да?
А бриться? Ну а где я тебе побреюсь? Мне цирюльник нужен. Так, ну я сомневаюсь, что здесь откроется дверь. Нет. А черт, ботинки мои новые, чистые. Подождать до утра? Нет. Где ты нахрен? Так, ты еще тут? Здесь доски не выломать, здесь дверь тоже вряд ли откроется. Слушай, такое ощущение, что это надо делать днем, короче. Ну как? Вот просто вот так вот в наглую прийти, прицелиться, может быть, в лицо оружейнику, серьезно? Ну, я очень удивлюсь, если мы можем здесь по крыше пробраться. Ну-ка. Да господи, Артур, ну твою мать. Прыгай! Хотя, кстати, большая дыра. Но я не могу залезть при всем желании. Хотя, кстати, это, по-моему, неплохая идея. Не самая худшая из всех, которые мы тут осуществляли. Ну, блин, ну крыша и крыша, слушай. Ну вот же, запрыгивай в дыру. Не знаю, не? Моя лошадь что-то там матерится. Не, он не хочет. Хотя дырочка прям большая. Таких больших не видела. Еще. Как бы это ни звучало. Здесь он тоже ничего не хочет делать. А, мистер Миднайт, спасибо за кофе. Слушай, ну нет. Если я достану оружие, подожду утро, зайду туда, достану оружие. Во-первых, я, скорее всего, не смогу, потому что в роуте мы не можем использовать оружие. Мне кажется, это надо будет проворачивать действительно потом когда-нибудь. Вообще обидно, конечно, что ты ночью не можешь. У нас есть отмычки, понимаешь? Вот они, вот. Знаешь, но я их не могу использовать. Только вот на сейфе, я так понимаю. Он не может здесь использовать отмычку, понимаешь? При всем желании. Бесшумно взломать от... Ну вот, блин, взломать. Ну, ладно, пойдем попробуем главный вход. Выбить окно. Так как я тебя выбью? Он не выбивается. Вот как это работает? Ну тут негр хрен его знает где. Он просто стоял вот здесь около двери. Его вроде рабочий, но при этом стоит и долбится в дверь в закрытую. Если он рабочий этой лавки, почему он не общался с владельцем? Да, почему он пошел? Well, that... Что это было? Hello, mister. Hello. Кто орал в три горла? Женщина какая-то кричала. Я уже с плащом Супермена лечу, бегу, нет? Просто где этот мужик? Он просто ушел и все, понимаешь? Он ни на карте не обозначился, особого диалога с ним не было. Я не знаю, короче. Здравствуйте. Да ты что? Нет. Ах, шкнида. Ночные драки. Слушай, подожди, у меня... А, у меня ножа тоже нет, потому что это в оружии было. Обидно. Да ты что ты, блин, слушай, я иногда нажимаю блок или еще что-нибудь, а он не срабатывает. Это очень обидно как-то. Ах ты, гнида какая. Ты
Что меня сейчас нагнут? Больно бьют, ребятки. Зачем так больно? Господи. Драки тут, конечно, напряженные. Нет! Просто вообще подставу схватил сзади. Вот это вообще. Сейчас еще бабла заберут немерено за смерть. Ну это вообще сейчас было как-то нехорошо совсем. 90 бачей, еще и шапку забрали. Да. Фаталити просто. Не говори. Ладно, хрен с ним. Блин, пошли такие на дело, в итоге подохли, как собаки. Ажа. Блин, ну это, конечно, нечестно было. Еще главное, нельзя никак встать так, чтобы не стоять к никому из них спиной. То есть, так или иначе, у тебя персонаж как-то сам разворачивается очень по-дебильному. Эх, ну ладно. Обидно как-то. Обыдно, досадно, ну ладно. Можно тиснуть лошадку какую-нибудь на дорожку. Куда мы отсюда уезжаем? Здесь уже, конечно, искать смысла нет. Эх, ладно. Вот по ночам тырит лошадей еще самое оно. Ладно, потом как-нибудь. Ножом иногда ваншот. Ну, видимо, когда в захват берут, они не просто руки тебе режут, а прям в сердце. Под ребра. Обидно. И главное, не дает возможности даже вырваться из этого захвата. Просто мгновенно хватают и режут. У меня даже ни кнопочки не появилось, ничего. Просто ваншот в одну секунду, в одно мгновение. Тихо. Обидно. Так, подождите. А что это такое? Джессайт. А, Трилони. А это Мика. Мика. Ну, Трилони. Хотя и то, наверное, сюжет все равно. И то придется делать. Давайте с Мика. Ой, Arthur. С Трилони побеседуем. Ты живой уже? Busy, а что такое? Не, знаешь что, раз там целых два задания, я смотрю, просто там лагерь, одна иконка. Но раз тут целых два, я думаю, мы отправимся побриться. Поспать до утра. Полноценно. А чё это Мика сидит на месте дачи? Чё, осмелел, что ли? Так, а чё мне принесли? Сигаретки мне принесли. Тоник принесли. Ну и сигара. Сигара там. Там сигара. Не влезает сигара. Ну ладно. Так, побриться. Стручка. Что-то это не так выглядит, как должно. Вот это. Вот он. Господи, как ты прекрасен. Так, все, баиньки до утра. Мы, правда, уже спали. Но, блин. Подстава, конечно, с магазом. Вообще уже утро. Алло, отмена, отбой. Не тот отбой, не этот, другой.